давно погрузился во тьму, хаос, ужас, грязь. Влад, неизвестные испортили стену администрации. Словом, с трех букв говорят. Наверное, только дождь мог бы смыть все его грехи. Вот только дождь здесь больше не идет. Скорее, мокрый снег или что это вообще такое? Неважно. Важно другое. Я больше не хочу мириться со страхом и терпеть беззаконие. Я не стану закрывать глаза на разгулы красного петуха и так называемые медвежьи услуги. Если надежды нет, а картинка складывается по принципу домино, значит, пришло время мне выйти на улицы и докопаться. До точки отсчета.